что? Вы хотите что знать именно? Не трогайте меня руками. Что вы фотографируете? Не ваше дело. Давай свой ответ на это. Не ваше дело. Как это не мое дело? Потому что следите за преступниками, а не за людьми с фотоаппаратами. Вы где живете? В Европе? Я вас спрашиваю. Спрашиваю. Вы вас фотографируете в облой раду. Я вас спрашиваю. Спрашиваю. Вы вас фотографируете в облой раду. Вы что, тут все неадекватные, что ли, менты? Ну вы нормальный человек? Ну вы нормальный человек? Я смотрю, вы ненормальный человек. Менты. Ну а кто вы? Адекватный. А что, адекватный? А что, я неадекватный? Ну да. Я вас спросил, поинтересовался. Ну так зачем? Начинайте грубить. Пойдите поинтересуйтесь у насильника, зачем он насилует. С насильником другой вопрос. Пойдите поинтересуйтесь у министра, зачем его полицейские расстреливают людей в Киеве. Водителей, пассажиров, автомобилей. Здравствуйте. Что вы хотели? А? Что вы хотели? Подошел к своему напарнику. Ну давайте, я остановитесь, вас сфотографирую. Зачем? Ну не знаю. Хотите сфотографировать? Ну не знаю. Все, вопросов нету? Есть. Да? Что такие? Задавайте. Запорожье. Министр, смотри. Печально. Потому что вас нельзя фотографировать в городе, как в Северной Корее. Я вас поинтересовался, зачем в Северной Корее тоже интересуются, а потом расстреливают. Вас же расстреливают в той ситуации. Ну и вы с автоматами тут ходите, угрожаете мне. Как я вам угрожаю? Вам ну, конечно, вы подошли ко мне с оружием. Спрашиваете, я боюсь вас. У него оружие всегда при себе. Ну, я вижу. А чем он вам угрожает? Ну, как, чем? Как? Ну, милиция у нас чем занимается обычно? Он вам угрожал чем-то? Ну, милиция чем она занимается? Крышует наркотики, похищает людей. Это ваше мнение. Ну, а кто у нас торгует наркотиками? Милиция. Поставляет их, распространяет. Покрывает убийц, коррупционеров. И запрещает фотографировать. В центре. В центре европейского города Запорожья. Так что? Вызвали подкрепление? Да, вызвали. Хорошо. Ну, подъедет, позовете. Так нет, вы хотели пообщаться, и вы постойте, а я пойду, погреюсь. Приедет подкрепление, позовете. Добрый вечер. Водитель, скажите, хоза, пожалуйста. А что нарушили? Я порушил что? Что порушили? Скажи, что порушили? Ну порушення яке? Зайшов водительський техпаспорт, почекайте, стоп. Не треба. Подождите. Зачем ви требуєте документи у чоловіка? Какого? Ну, нарушення було правил дорожнього движения. Ви на даний момент хто? Я? Да. Я журналіст, по-моєму, народний. Правильно? Ну и что? Статья 16. Вы у меня по данному праву не имеете права поинтересоваться. Ну я его защитник гражданский. Я не понимаю, на каком основании вы требуете права. На каком основании вы ему являетесь гражданским защитником? Ну на каком основании вы просите если права? Если вы хотите представлять права данного гражданина, правильно? Вы можете быть адвокатом. Не передавай права. Зачем я не просил их передавать, я ну, так зачем они нужны? Так а что, было правонарушение, я не пойму. В ходе проведения превентивной деятельности. Какой деятельности? Полиции имеют право. Не имеют право. Покажите читайте закон. Закон Украины. Давайте почитаем. Давайте почитаем. Я вам ничего не обязанный, шановный. Так его, он вам ничего не обязанный. Вы нарушители злостные. Конечно, не устраивает. Читайте внимательно закон Украины про вам очень повезло, лояльный водитель к вам попался.